Всем привет, с вами... С вами Вадим Сена, игра Days Gone, или же Жизнь После. И сейчас у нас миссия Абу, называется «Они меня не отпускают». Нам надо проследовать к точке, которая указана на карте. И мы поехали. Бухарь у нас, в общем-то... Сейчас мы скатимся, чтобы сэкономить топливо. Я не знаю, что это за синенькие. Эти значки появились какие-то. Еще целый километр ехать, ничего себе. Тоже пока что никого нету, хотя были. Получай. Какой-то то, что ты сбил, да. Я понял. Еще есть. Вот гады. А там че?
Поехали. Ничего себе ты тут, аптечка. Ну этот где туда грохнулся, вот гад. Ну вот еще один. Че это на вас вот эти вот придурки нападают? Че не приду все время они? Откройте ворота, это Номад, я его знаю. Да. Как жизнь? А, топливо кончилось. Да, заправь и... Поливай. И отремонтировать. Байк совсем в хлам. Уже не в хлам. Так. Увидимся. Будьте здоровы. Как жизнь, водище? Как жизнь? Да. Это все. Да. До скорого. Ага. Кухня. Пока что это все. Да, пошли, пошли. Привет, как дела? С Такером надо поговорить. Или с кем это? Ну и чё, ну это именно в такую... В днём. Он чё, спит ещё? Ну, как дела? Они меня не отпускают. А зачем тебе уходить? Здесь безопасно. Тут тяжело. Ясно. Ясно. Алиса напомнила мне младшую сестру Сары. Что нового в Hot Springs? Ну, рассказывай. А ну, работай! Эй, заработал. Что тебе надо? Тебе что-то конкретное нужно? Эй, нет, не надо. Я приступаю. Еще что-нибудь?
Да, ладно, я буду здесь. Ладно. Что нужно? Дик, надо кое-кого выследить. И кого именно? Что произошло? После того, как ты привел ту девушку, Лизу, Ларсон привел еще одну. Ее зовут Роуз Аллен. Хилая, конечно. Ну, вроде к работе годная. Мы ее отправили канал растительный копать. Так, ну и что дальше? Она пропала. Ушла за припасами вместе с Алкаем и другими в тот заброшенный лагерь Нера. Ну, ты его знаешь, наверное. Ты ведь там бывал, да? Да, да, я знаю, где это. Найди ее, Дик. В тех краях видели немало и намазов, и бродяг. Если они найдут ее первыми... Да, да, ладно, я постараюсь ее найти. Да. Что ж, увидимся в следующей серии. С вами был Вадим Сена.